Всем привет, ты на канале Исакин Ревью. Сегодня я хочу показать 10 лучших 3D принтеров с Алиэкспресс. Все ссылки на товары будут в описании. Присаживайтесь поудобнее. Поехали! 3D принтер от Anycubic оснащен достаточно редким дельта-механизмом. Экструдер подвешен на 3 направляющих, каждая из которых имеет независимый моторчик и задействована в передвижении, а также может похвастаться сравнительно большим размером. 180 на 300 мм у младшей модели и 230 на 300 мм у старшей. Скорость печати не самая высокая – 60 мм в секунду. Но зато даже на самой быстрой скорости устройство выдает готовые изделия приемлемого качества. Еще одно достоинство данного 3D принтера – компактные габариты и малый вес. 6 кг в собранном состоянии – это практически пушинка. От продавца аппарат приходит почти в полностью разобранном состоянии, что в принципе не так уж и плохо. Все детали надежно упакованы, а значит вероятность повредить покупку во время транспортировки минимальна. Однако после получения заветной коробки придется потратить немало времени на сборку и настройку устройства. Этот принтер подойдет настоящим гикам, отлично разбирающих в нюансах 3D печати. Поработать над Анетом придется немало. Поставить дополнительные натяжки и различные втулки, заменить стол, решить проблему прилипания и экструдирования пластика. Зато в результате получится принтер, способный дать фору любой дорогостоящей модели. Анет работает только с PLA пластиком. Остальные материалы он не поддерживает. Минимальная толщина слоя 0,1 мм. Это не лучший показатель, но вполне достаточно для того, чтобы печатать модели хорошего качества. В комплект входит много запасных болтов, гаек и растяжек. Не обошлось, конечно, и без недостатков. Детали, из которых он состоит, выполнены не из самых прочных материалов и часто ломаются при доставке. Однако большую часть можно починить эпоксидной смолой. Компактный и жесткий Creality демонстрирует достаточно высокую скорость печати – до 200 мм в секунду. В список поддерживаемых материалов входят PLA, мягкая резина и прочие. Однако ABS-пластик, несмотря на заявление производителя, печатать не получится. Устройству хватает мощности для нагрева стола только до 70 градусов, тогда как ABS нужно не меньше 100, иначе он отклеится и свернется. В отзывах покупатели хвалят устройство за отличное качество печати небольших моделей. Также они довольны комплектацией устройства. К принтеру прилагаются ключи, кусачки, клей и шпатель. К минусам Creality относятся отсутствие исходников прошивки, автоуровня и периодически возникающие проблемы с экструдером. Во время печати он откатывает нить назад. Если устранить указанные недочеты и немного доработать обдув модели и натяжители ремней, то Creality получит идеальный настольный принтер для небольших распечаток. 3D принтер от компании Teva сразу обращает на себя внимание довольно внушительными размерами. В них кроется важное достоинство устройства – огромная область печати – 300 на 400, позволяющая печатать очень крупные модели одним заданием. Другая приятная особенность Торнадо – необычная простота установки. Принтер приходится уже собран и отлажен. Система предварительно настроена и откалибрована. Пользователю остается только соединить стол подогрева и блок управления друг с другом, вставить моток и дать задание на печать. Имеются возможности апгрейда. Например, можно добавить второй экструдер и печатать сразу двумя разными пластиками. Флисан идеально подойдет для тех, кто только делает первые шаги в 3D печати и не уверен, что стоит ли продолжать развиваться в этом направлении. Принтер отличается кратчайшим путем от сборки до печати. Для того, чтобы приступать к использованию устройства, не нужно ничего дополнительно настраивать. Это делает Флисан идеальным товаром для новичков. Не менее важным достоинством прибора является жесткая алюминиевая рама, практически сводящая на невероятность поломки при переноске. Про технические характеристики у принтера тоже все в порядке. Минимальная толщина слоя составляет 0,05 мм. Скорость печати подходит до 150 мм в секунду. А список используемых материалов состоит из 8 наименований. Однако, как у прочих 3D принтеров этой ценовой категории, случаются проблемы при сборке. Решение части проблем можно найти в пределах понятной инструкции от производителя. В остальных случаях придется поискать советы на специализированных форумах. Один из самых продаваемых и популярных моделей на Алиэкспресс, что неудивительно, так как i3 Mega обладает приличным качеством печати.
как говорится, прямо из коробки. Аппарат приходит из Китая собранный на 95%. Нужно только совместить несколько составных частей и откалибровать стол. И практически готовый к работе, распаковал, соединил и печатай себе в удовольствие. Отметим также то, что на принтер уже предустановлена русская прошивка. И даже базовая комплектация содержит в себе множество дополнительных полезных инструментов. SD-карта, адаптер, бокорезы, перчатки, прямая отвертка, мастерок и шестигранные ключи. В техническом плане устройство может и не самое передовое. Но на выходе изделие получается весьма хорошего качества, особенно учитывая столь демократичный ценник. В общем, если вы ищете более-менее бюджетный принтер, который будет отвечать всем основным задачам и при этом выполнять их на добросовестном уровне, то это лучший выбор. В своей максимально полной дорогостоящей комплектации этот принтер способен печатать модели с хорошими параметрами. Скорость такой печати может достигать 150 мм в секунду. Но чем она ниже, тем лучше качество. Рама у принтера жесткая, прошивка собрана из льда в плату. Также у летающего медведя неплохая точность и простая калибровка. Этот принтер выгодно отличается от продуманной системы вентиляции, благодаря которой печать дольше остается ровной. На Алиэкспрессе в отзывах к товару особенно хвалят подробную и понятную инструкцию, благодаря которой уложиться со сборкой можно в один вечер. У большинства покупателей принтер заработал исправно сразу же после сборки. Но у некоторых пользователей встречался и брак, и проходило смещение слоев печати по оси Y. Проблема решилась довольно просто. Достаточно было увеличить ток на драйверах. При покупке на Алиэкспресс таких дорогостоящих товаров, как 3D-принтер, чуть ли не более важным, чем качество самого устройства, является компетентность продавца и его готовность помочь. Ведь у любого товара могут быть какие-то врожденные неисправности. Да, и всегда есть угроза повреждения в процессе доставки. И если у этой модели фирмы PlaySun вдруг обнаружили что-то подобное, нужно только написать продавцу, и проблема решится в рекордные сроки. Сломалась деталь – вышлют новые. Проблемы с настройкой – все объяснят на словах и на фото. Однако случаются такие неполадки у принтера крайне редко. Устройство зарекомендовало себя достаточно надежным и беспроблемным. Конструкция жесткая, печать предельно точная. Погрешность составляет всего 0,04 по оси X и 0,012 мм по оси Y против стандартного 1 мм у других принтеров. Единственный нюанс – лучше не печатать на высокой скорости, поскольку из-за отсутствия обдува зоны печати при переходе на новый слой предыдущий не всегда успевает затвердевать. Еще одно детище компании Creality в моем рейтинге. От своего брата из предыдущей категории CR10 отличается усовершенствованной конструкцией и практически полным отсутствием необходимости что-то дорабатывать. К печати можно приступать сразу же после сборки, с которой также не возникнет проблем благодаря подробнейшей инструкции и наличию в комплекте всех необходимых деталей с избытком. Принтер позволяет печатать модели больших размеров до 30-40 см с высокой точностью. Погрешность всего 1 мм и скорость нормальная 80 мм в секунду, максимально 200 мм в секунду. При печати больших моделей ABS или PETG нитями на максимальной температуре стола в 95 градусов рекомендуется построить вокруг него закрытый корпус, чтобы уберечь от сквозняков и прочего. Огромный уже практически фабричный торнадо от этой фирмы определенно является одним из наиболее качественных 3D-принтеров, доступных для покупки на Алиэкспресс. Устройство изготовлено из прочных стальных и плотно-алюминиевых направляющих с жестким и монолитным каркасом. Торнадо способен изготавливать модели размером 36 на 36 см при толщине слоя всего в 0,03 мм. Лучший показатель среди всех принтеров рейтинга. Благодаря этому изделия на выходе получаются полностью готовыми и абсолютно гладкими, не требующие каких-либо дополнительных доработок. Эффективный результат можно достичь даже на достаточно высоких скоростях – 150 мм в секунду, а рабочая поверхность разогревается до 100 градусов за каких-то 5 минут. Максимальная температура стола – 120 градусов, экструдера – 240. Всем спасибо за просмотр. Все ссылки на товары вы найдете в описании. Подписывайтесь на канал. Всем пока!